каждого сидящего здесь в зале, конечно же, есть свой духовный отец. И мы всегда к нему приходим по нашим нуждам, радостям, печалям, огорчениям. И всегда с ним делимся. У Светланы есть замечательная песня о духовном отце. И я думаю, что мы ее вместе споем, потому что, наверное, вы ее все хорошо знаете. Во всяком случае, сегодня с хором и со всеми вами у нас прозвучат хорошие, добрые слова о человеке, который живет с нами, участвует в нашей жизни, о духовном отце. Духовного отца. Спасибо.